Так, это магазин Сваровски. И мы сейчас посмотрим. Это для дома. Цены видите, все видно. Елочная игрушка красивая. Вот цена это же. Бокалы. Смотрите, какие 280. Ой, а что это? Какое красивое украшение. Сейчас покажу. Лошадка красивая. Она у нас 350. Птичка вот 95. Посмотрите на эту орхидею. Вот это нечто. Это нечто. Какая красавица, да? А если бы вы знали еще, как она тут переливается всеми цветами радуги. Вот парочка такая. 145. Милашечки такие. Вот тоже 145. Мишка держит рыбку. А это черепашки. 45. Они такие маленькие. Посмотрите, вот. Давайте здесь приблизим точно. Посмотрите. Это 280 стоит фунтов. Вот эти птички красивые. 95, 75. Роза, роза, боже, какая красивая. Горит. Посмотрите. Она не красная, она винного цвета. 280 фунтов стоит. Балерина. Всегда мечтала стать балериной. И главное, что все данные есть. Но уже не сейчас, конечно. Тоже балерины. Жалко, почему-то на камере как желтый цвет ее вот эта пачка. А пачка на самом деле нежно-нежно розовая. Такая красивая-красивая. Вот тоже роза. 155. Так. Жалко. 65. 145. Это... Там тоже, видите, розы. Мешутки. Но они не такие миниатюрные, они где-то сантиметров 5. Ох, как красиво. Давайте посмотрим. Дорогой вот этот воин. Сколько он там? А, нет, 380, мне показалось 90, 980. Ну, нормально. О, боже, какая прелесть. Посмотрите. Да, камера не дает этого эффекта совсем. Тоже воин. Лучше его с этого ракурса фоткать. 230. Кстати, эти статуэтки, они... Ну, сейчас я вам скажу, сантиметров 12.
15, вот так вот где-то. Вот такая вот. Ну, наверное, елочная игрушка, я думаю. 380. Такой красивый камень. Такой красавец. Так. И 55. А что 55, я не знаю. Может, наверное, вот эта подвесная елочная игрушка. Обезьянка милая какая. Боже мой, девушка, русалка. Боже мой, какая красивая. И она большая. И она большая. А вот, посмотрите. И главное, что вот эти 380 стоят. Главное, что вот эти розы, они выглядят не как красный цвет, а как винный цвет. Бесподобно. Тоже елочная игрушка вот такая. Это у нас, наверное, джентльмен и леди. Или леди, я не пойму. 380. Какие красивые, боже мой. Посмотрите, какая елочная игрушка. Какая красивая. А она большая. Она не маленькая. Но это из известного мультфильма, я думаю, все поняли. Здорово, да, сделали? Очень здорово. Так, ну это понятно, тоже из известного кино. Смотрите, какой. И машина такая красавица, yeah. Да? Еще настоящая такая. А вот мы видели очень схожие. Посмотрите, какая. Видите, как он сделан? Браслет. Какая красивая вот эта, да? То есть это браслетик такой красивый. А что это? А, это брошь. Брошь. Видите, какая красивая. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Ой, когда яркий свет, всегда оно так с миганием, да, идет. Ничего не могу поделать. Мне кажется, что мы уже смотрели. Или такие же, или просто похожие. А нет, вот этих мы не видели. Кстати, здесь цен нет. Здесь цены есть, но они как-то закручены. А, с той стороны просто нужно показывать. Я показываю не с той стороны. Смотрите. Как
красиво. Так. Вот с этой стороны. Ручки. Ну вот, 195, 230, 250, 280, 280. Вот этот второй ряд 280, третий ряд 280, 350 и 330. Можно вот так поближе посмотреть. Вот эти красивые часы. Ну, в принципе, все цены видны. Так, давайте посмотрим самого. Какая красота. Так, это опять. Боже, какие. А, какая красота сети. Посмотрите. Давайте вот так я вам покажу. Что я хрипла или осипла. 145 вместе и 65 по отдельности. Видите, они идут с этими. Это то, что по отдельности. Нет. Это вся серьга получается. А вот это вот по отдельности. Отдельно продается. Так, 135-165 эти браслеты. Ожерелье. Одно стоит 175, другое 230. Это... Очень красиво. Какой великолепный вот этот салатовый цвет вообще. Он как, даже не как салатовый, а как очень-очень молодая трава. Красивые тоже серьги эти. 75. Смотрите, это... Такие малышки. Это малышки. А ну-ка, давайте посмотрим. Боже мой, посмотрите.